Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Всем огромный привет, мои дорогие друзья! Я очень рада, что вы зашли к нам на канал, к нам в гости. И сегодняшнее видео я начинаю с того воскресенья. Это было 3 марта, выходной. Сейчас я покормила детей вторым завтраком, это был виноград. И дети попросили пластилин. Думаю, отлично, пока они будут лепить, я смогу приготовить обед. К Андрюше здесь как раз пришла его подружка Ариша. Они постоянно друг к другу бегают в гости. Я вообще люблю, когда к нам приходят в гости другие детки, потому что они всегда чем-то заняты, играют, красота. Варя в это время спала и проспала на часа 2-3. Как раз я смогла приготовить обед и даже потом спать Настю уложила, и она не проснулась, когда я Настю укладывала, потому что Настя, как видит Варю, сразу ля-ля на всю комнату кричит, и Варя даже тогда не проснулась, хотя она обычно чутко в этот момент может спать. Как видите, Настя уже тоже в этой компании, она и лепить любит, любит сейчас играть в куколки, она все больше и больше может сама с собой играть, поэтому взрослеет, конечно, девочка, вообще время летит с такой скоростью, я понимаю, что в мае ей будет 2 года, представляете, вроде бы только годик был, а уже прошел целый год, мне не верится. Пока дети лепят, я немного сейчас приберусь на столешнице, подготовлю варочную панель, чтобы она была чистой, не люблю, когда она заляпанная в жиру или в пыли какой-то. Я тоже ее протру, и надо помыть посуду, которая в раковине. На обед я буду готовить а-ля жульен, я его так называю, ну, курица с грибами, с соусом, у нас абсолютно все его едят, единственное, я Настюше оттуда выковыриваю грибы. Также я сварю рис, будет отличным дополнением к жульену, и будут свежие овощи, огурцы, помидоры. Просто нарежу и все. Хочу сказать, что дети лепили 1-1.5 часа. Я успела и кухню немного прибрать, потом приготовила, начала тоже убирать после себя, и все это время они лепили. Даже Настюша, которая очень обычно активная, долго не сидит, а тут все были, конечно, очень увлечены. Такой набор у нас не лежит в открытом доступе. Когда они хотят поиграть, я им достаю. Вот так вот, если я оставлю в зале или в детской комнате, это все будет раскидано, поэтому если они хотят лепить, я им сразу даю, но потом главное это все убрать, потому что деталек много, будет валяться, потеряются и все. А я стараюсь вот такие наборы все-таки беречь. Не знаю, как вам, а мне приятно ежемесячно получать кэшбэк, особенно если он приходит настоящими деньгами. Пусть для кого-то сумма покажется небольшой, но согласитесь, когда банк дает такую возможность, я считаю, что воспользоваться нужно обязательно. С дебетовой карты Тинькофф Блэк можно получать кэшбэк с любой покупки. Кэшбэк – это возврат части денег после того, как вы совершили покупку по карте. Он возвращается рублями в конце каждого расчетного месяца, и в приложении банка можно в любой момент посмотреть, за какие покупки и сколько кэшбэка вам будет начислено. Также каждый месяц банк предлагает выбрать любимые категории, по которым вы будете получать кэшбэк в повышенном объеме. Причем банк предлагает действительно те категории, в которых вы совершаете активные покупки, а не какие-то ненужные. Получать кэшбэк можно до 15% за выбранные заранее категории трат и до 30% за покупки по спецпредложениям, которые можно найти в приложении банка. Радует то, что если что-то будет непонятно, поддержка банка 24/7 всегда вам поможет по телефону или в чате приложения. Аптеки, супермаркеты, товары для дома, маркетплейсы – на всем этом вы можете сэкономить с карты Тинькофф Блэк. Переходите по ссылке в описании, чтобы ознакомиться и оформить дебетовую карту Тинькофф Блэк в качестве основной карты не только с целью совершать покупки, но и зарабатывать на кэшбэке. Немного прибралась на кухне, и сейчас помою сначала куриную грудку, потом надо будет помыть шампиньоны. Купила в этот раз маленькие, конечно, пожалела много раз, потому что их так сложно мыть, они были все в земле. В следующий раз, наверное, возьму обычные большие шампиньоны, их легче мыть. Думала, возьму маленькие, чтобы мне не тратить время
на то, чтобы их порезать. В итоге я больше времени потратила, чтобы их помыть. Как же я рада, что мы сделали окно напротив мойки. Вот ни разу не пожалела. Так хоть стоишь, там, посуду моешь или что-то чистишь, готовишь, и можно смотреть в окошко. Приятно. А так, конечно, в идеале, когда есть остров. С островом еще лучше. Стоишь за островом, готовишь не спиной к родным, да, к друзьям, а все-таки лицом. Я уже здесь режу куриную грудку, я нарезаю на кубики, так детям хорошо и удобнее жевать, особенно маленьким, да и готовится так быстрее. Ну хотя, в принципе, куриная грудка, она быстро готовится. Я уже поставила на плиту сковородку, добавляю сливочное масло, подсолнечное и выкладываю туда как раз порезанную куриную грудку. Вообще, я люблю готовить это блюдо порционно, но сейчас, так как уже большие объемы, я готовлю в одном большом противне. А вообще можно не заморачиваться и приготовить все то же самое не в духовке, а на сковороде. Так как у нас объемы большие, нам уже сковородка не вариант. Да и дети любят, когда я в духовке запекаю, сыр получается хрустящий, детям нравится. Я уже поставила вторую сковородку, добавляю туда замороженный лук. Так удобно, каждый раз думаю, как же хорошо, что можно его порезать, заморозить и в случае чего просто достать и положить на сковородку. Я сейчас обжариваю его со сливочным маслом, туда же добавлю шампиньоны, немного все это пережарю, соединю вместе с курицей, все перемешаю, добавлю туда водички, муки, сливок 20%, и все, можно выкладывать на противень, посыпать сверху сыром и убрать в духовку. Ну и, конечно же, да, нужно будет посолить по вкусу. Кстати, муку я перемешиваю с водой сначала в кружке, хорошо перемешаю, чтобы не было комочков, и уже потом это выливаю в курицу, в блюдо. Если я добавляю муку сразу в блюдо и перемешиваю, у меня появляются комочки. А так я в стакане перемешаю с водой, и нет комочков. Запекаю в духовке примерно 20 минут при температуре 180-190 градусов, зависит от вашей духовки. Я люблю подливку, поэтому добавляю побольше сливок. Кстати, если у вас нету сливок, можно взять плавленый сыр, также развести с водичкой и добавить. Конечно, настоящий жульен готовится совершенно по-другому. Я смотрела рецепты, но я показываю, как готовлю его я сама и как у меня его едят дети. Да и вообще, на скорую руку вот так накормить семью – отличный вариант. Я уже рассказывала, но все равно появляются новые зрители, и, конечно, появляются вопросы, такие как я приучила детей есть все. Вы знаете, я просто готовлю именно то, что они точно едят. Например, вот скажу честно, я никогда в жизни не готовила рассольник, и я 100% уверена, что дети мои есть не будут. Поэтому, если я готовлю, то, что они любят, что они привыкли есть, и, конечно, едят все. В плане супов я готовлю все супы, которые дети точно поедят, а в плане каш у нас все дети любят кашу, но вот если у нас манная каша, то у нас Машенька не ест, и я вместо этого даю ей мюсли, она любит мюсли с кефиром или с молоком. Я не готовлю каких-то изысков, люблю обычную домашнюю кухню, там пюрешку с картошкой или отбивные с рисом, вот у нас дети хорошо едят. Я люблю, чтобы попроще можно приготовить и побыстрее. Главное, чтобы в рационе был белок, медленные углеводы, овощи. Конечно, у меня бывают такие моменты, когда я ничего не успеваю приготовить, и я могу сварить пельмени. У нас дети очень любят пельмени, они у нас редко, но я могу их сварить вообще без проблем. Также могу сосиски сварить или макароны с сыром тоже у нас бывают. А я тем временем, пока Варюша спит, после себя помою сковородки, мою вручную, у меня их здесь надо было перемыть три, думаю, поставлю
поставлю в посудомойку, они всю ее займут. Поэтому помою быстренько вручную, почищу раковину, помою тоже. И все. Дети тоже уже тем временем наигрались. Здесь показываю, какого динозавра Кристиночка слепила под конец из нескольких баночек пластилина. И, кстати, все то, что они лепили, они убирали в морозилку замерзать. Детям сказала все за собой убрать. Они убрали, протерли со стола и пошли потом смотреть мультик. Показываю здесь, что приготовила. Можно подать из пюре, можно подать с крупами, с гречкой, с макаронами, с рисом. Так что, кто сейчас тоже за столом кушает, я желаю всем приятного аппетита. Друзья, всем огромный привет. У нас сегодня уже 5 марта, и мы едем с Настюшенькой и с Варенькой в поликлинику, едем делать УЗИ к специалистам. Друзья, даже не верится, что месяц назад мы здесь родились и жили. Сейчас я закрою дверь. Да, жили тут. Так, сейчас закрываю и побежим, потому что мы очень-очень опаздываем. Настюша еще укачала бедненькую. Ляля. Ляля спит, всю дорогу спала. Сейчас пойдем на УЗИ сначала. Девочки, я уже тут за кадром озвучу. В общем, все хорошо, прошли специалистов. Правда, мы не попали к ортопеду и к хирургу. Мы записаны на другой день, еще кому-то. В общем, все хорошо. И Настю проверили, и Варю. Слава богу, я уже в Телеграме делилась. Кстати, девочки, кто не подписан, обязательно переходите, подписывайтесь. Там вы узнаете от нас новости первыми. Девочки молодцы, всю дорогу туда-обратно спали. Правда, вначале Настюшу укачала, вырвала ее. А так все хорошо. Настя всем строила глазки в поликлинике, всем врачам, деткам. Она такая общительная, всех хотела обнять. Друзья, всем еще раз привет. У нас сегодня уже 6 марта. Ой, я уже с утра встала. Сегодня, кстати, взвесилась. Сюда вставлю кадры. Ну что хочу сказать, уже вижу результаты. Я говорила, что я отказалась от сладкого. Я сейчас не ем шоколад, не ем вообще продукты с сахаром. Единственное, я себе позволяю кофе с сахаром. Хотя читала комментарий, кто-то писал, что по мне лучше вообще не пить кофе, чем без сахара. Я раньше пила кофе без сахара. Но я пью, так как я пью на молоке, в принципе, он сладковатый получается. Но сейчас, пока была беременна, я так привыкла кофе с сахаром пить, что сейчас мне сложно пока что отказаться, но надеюсь, что да, в ближайшее время и от этого у меня получится, да, отказаться. Так что вижу уже результаты, потихонечку начинаю сдуваться, худеть. Стройнее, точнее, да. Вот. А еще, кстати, нам должны сегодня привезти кровать, я уже жду, не дождусь. Я говорила в прошлом видео, что решились на новую кровать. Она будет без вот этой спинки в ногах. И, конечно, она будет с подъемным механизмом. Будет удобно. И, кстати, она будет на ножках. Так что под кроватью тоже будет удобно, если что, и полы там пропылесосить, помыть хотя бы, да, тряпочкой пролезть. Может быть, даже и пылесос будет заезжать. Посмотрим. Вот такие вот дела. Так что сегодня привезут, не знаю, вряд ли сегодня соберем, потому что привезут с 5 до 10 вечера. А еще заказала новые постеры весенние. Очень удобно. Вот раз купил, и потом можно менять раз в год по сезонам. Так что мне осталось весенние и летние. И все, и буду так вот менять, потому что у меня тут до сих пор Новый год, Рождество. Красивые, конечно. Будь здорова, солнышко. Наконец-таки у меня дошли руки до этого черного мешка. Это мне приходила одежда по рекламе. И я тогда отрекламировала и обратно в этот мешок убрала. Думаю, потом все аккуратненько разберу в шкаф, на полке. Вот знаете, все ждала идеального момента. И все дела до случая, все никак у меня руки не доходили. И я поняла, что все, хотя бы просто его отсюда уберу. И по полкам распихаю. Вот как есть, так и говорю. А когда потеплеет, то как раз буду все равно убирать уже зимнюю одежду. Вот тогда я все достану, аккуратненько сложу, и будет у меня красота и порядок. Но сейчас так, на скорую руку.
пока Варюша спала. Ну, а я сейчас разбираю сначала комод, хочу его полностью освободить. Это наша горячая точка. Вот так приходишь с улицы, я могу здесь сумку положить, оставить на место, не убрать, даже свой шарф так закинуть, или младшие дети приходят, что-нибудь на него набросят. Я комбинезоны Варина не уберу или Настина. В общем, сейчас я решила здесь немного прибраться. Здесь много ящиков, поэтому я сейчас по полкам раскидаю перчатки, шапки, где обычно все это должно лежать, плюс вареную одежду с Настей. И хочу с пола убрать лишние коробки. Тут у меня были заказы и на Озон, и на Валберес. Так что сейчас сначала я полностью приберусь на комоде, но потом буду разбирать эту черную сумку. А пока я здесь навожу порядок, немного с вами поговорим про питание. Я тут выкладывала фотографию своего завтрака и как раз увидела комментарии относительно, что я сейчас ем. В принципе, я сейчас ем все то же самое, что и раньше, кроме сладкого. И то, если уж совсем мне захочется, я могу себе позволить. Главное, потом не срываться и дальше продолжать есть без него. Опять же, видите, кофе я пока не могу пить без сахара, но это мелочи, потому что раньше я ела очень много шоколадок во время беременности, в принципе, из-за чего я набрала. Кто-то набирает из-за того, что много ест мучного, я не знаю, бутербродов, газировок. Я этого не ем, может быть, мне проще, но я очень много ела шоколада в таких количествах. Я не могу съесть один кусочек, я ела плитку. Поэтому у меня такой набор веса и произошел. И я сейчас просто исключила именно эти продукты. И, кстати, я еще люблю майонез. Так как я не ем сметану, я люблю везде добавить майонезы, поэтому сейчас уже 2 недели его не ем. Но опять же, если будет какой-то праздник, я поем салатик с майонезом, ничего страшного. Главное просто дальше опять вставать на этот путь правильного питания, да, и стараться его придерживаться. И вот сейчас уже у меня минус 2 килограмма только потому, что я не ем этот шоколад. Ну и понятно, движение. Я никакие калории не считаю, я интуитивно, можно сказать, питаюсь, стараюсь просто сильно не объедаться. Ну и, конечно, много пью. Во-первых, я люблю воду, во-вторых, я кормлю, и, в-третьих, это полезно и помогает тоже похудеть. И, кстати, я отказалась от перекусов. У меня 3 основных приема пищи – это завтрак, обед и ужин. Главное, чтобы они были полноценными, чтобы там и клетчатка, и жиры, и белок – все это были. Ну и сложные углеводы. И хочу сказать, что, на мое удивление, мне шоколада сейчас вообще не хочется. Насколько я его люблю, вы даже представить себе не можете. Хотя я могу себе даже по утрам кусочек шоколадки позволить, да, как говорят, но я не хочу даже, знаете, начинать. Вот мне сейчас хорошо. И, кстати, мне вставать с утра гораздо легче, чем раньше. Раньше на ночь, допустим, шоколадку с чайком выпьешь, и утром тяжело вставать, а сейчас гораздо-гораздо легче. Здесь, кстати, я попыталась померить куртку, думала, влезу, но нет. Она все-таки мне впритык. И показывала там в кадре, пришла лампа, которую я заказала к младшим мальчикам в комнату. Покупала на Озон. Теперь жду, когда Сережа повесит. Мне кажется, она идеально туда впишется. Ну, а я немного прибралась. Сейчас подметаю здесь пол. Конечно, песка немного. Это не лето, когда с детей просто он сыпется. Особенно после детской площадки. С младших детей, где песок и в волосах, и где только его нет. Сейчас в этом плане полегче. И мне осталось только протереть здесь зеркало. Оно было очень заляпанным. Ну что, к нам приехала кровать. Сегодня уже собирать, конечно, не будем, потому что нам надо еще нашу разобрать, а время 5:00. Поэтому сегодня Сережа разберет нашу, а уже завтра соберем. Ой, я жду не дождусь, я так рада. И сегодня еще созвонились с Анечкой, поболтали, а потом решили сегодня встретиться. Вообще, каждый раз замечаю, как только мы о чем-то договариваемся, встретиться, да, то у нас не получается. А вот так вот спонтанно, день в день, давай приеду, давай. В общем, дожду Анечку и куда-нибудь с ней выйдем немножко, ненадолго. Ну, понятно, я с собой беру малышку, конечно. Вот такие вот дела. Сели с Таечкой в машину, у Таи сегодня рисование. А вон Анечка идет. Сейчас нас Сережа как раз довезет до места, где хотим посидеть. Хорошо посидели, поболтали, заказали себе вкусные салаты, горячие. Ну и потом уже поехали домой. Здесь как раз Сережа разбирал кровать со своими помощниками маленькими. И показываю, как мы спали ночью. Я так прекрасно спала. Здесь как раз Сереженька еще спал. Ну и показываю,
в таком промежуточном варианте кровать, и дальше уже будут кадры в собранном виде. Хочу сказать, что мне очень непривычно, но насколько это удобно. Я сейчас кормила Варю, облокотилась на спинку, мягко, удобно. И вот здесь вот проходить вообще красота. Нет углов. И я говорила, что у нас кровать с подъемным механизмом. Я еще туда ничего не убирала потом. И удобно, что кровать на ножках. Да, то есть можно хотя бы шваброй вот так вот пройтись и полы протереть. Вот так вот. Только, знаете, я думаю, надо все-таки будет эту полочку убирать, потому что как-то теперь вообще не смотрится. Мне, конечно, совсем непривычно. Я говорила, что та кровать, которая у нас была, Хемнес, она из Икеи, сколько ей лет? 5? Ой, даже нет, поменьше. Нет, 5 лет, да. Она мне нравилась, и по стилю она сюда подходила, и внешне. Но ничего, я думаю, быстро привыкну. Но главное, что она мягкая, удобная и безопасная. У меня здесь Варюшенька спит, моя красавица. Вот так вот. Такая у нас обновка. Вообще необычно. Я захожу, и я забываю, что мы поменяли кровать. А я поняла, что так и не показала вам обзор из магазина Sensei. Снимала еще 2-3 недели тому назад. И поняла, что... Да, вам еще не показала. Сразу говорю, это не реклама. Я знаю по аналитике Ютуба, что у меня хорошо смотрят такие обзоры. И сначала их покажу, что... купила в дом. Покажу именно товары к Пасхе. Вот это из магазина «Фамилия». Мне так понравился этот венок. Я забрала последний. Я думаю, их сейчас быстро раскупают, но это невероятная красота. Это из «Фамилии». А вот это уже из магазина «Син». Дальше будет обзор товаров. Ну, а сейчас просто покажу, что сама взяла. Это от венка. Сыпется. Я взяла 2 таких больших блюда. Сюда можно, мне кажется, положить кулич с яйцами, да и вообще разные вкусняшки. Такая милота, такие пузатые кролики. А также я взяла вот эти 2 статуэтки. Я хочу поставить на подоконник около раковины. Да, на окно. Либо на стол, еще подумаю тоже. Мне понравились такие классненькие. И еще когда мы жили в квартире в Москве, перед родами я заходила в моде и взяла вот этих вот тоже кроликов. Мне понравились. И в Син я еще взяла такие лопаточки для салата. Видите, в виде ушек. Вот. И все. Но это именно товары к Пасхе. А в следующем видео хочу уже наводить уют, красоту уже с весенним декором. Уже в следующем видео покажу, что будет. Ну, у меня будут небольшие элементы, но все равно, знаете, что-то изменю однозначно. А еще хотела вам показать, посмотрите, какую вазу мне вчера подарила Анечка. Она шикарная. Тут бабочки. Завтра как раз 8 марта. Сережа подарит цветочки. Поставлю сюда обязательно. Весенняя вазочка. Анечка, огромное тебе спасибо. Супер. Ну и, как и обещала, небольшой обзор из магазина Син. Конечно, в этом году такое разнообразие товаров к Пасхе, весеннего декора. Все красивое, нежное. Я не буду ничего озвучивать, поставлю красивую музыку. Можно сказать, сами онлайн пройдетесь по магазину, посмотрите. Я старалась снимать все с ценниками. Ну а на сегодня я уже буду заканчивать свои видео. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось, поставьте пальчик вверх, мне будет это очень приятно. Плюс это помогает продвижению канала. Ну а мы с вами увидимся, надеюсь, совсем скоро. Всем пока-пока! That I
Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I all the wrong demands in life, it never pays in life.